И мы вновь, как я вам обещал, погружаемся в One Piece Burmin Blood. Вот, поскольку у меня тот показ был не самого лучшего качества, я нашел настройки, как можно сделать получше изображение, поэтому понеслась. Так. Начнем, пожалуй, с обычного свободного боя. Я хочу делать что-то типа тренировки, но тренировки такой уже, как правильно это сказать. Ну, другими словами, самая лучшая тренировка — это тренировка в деле, да? Окей. Значит, я здесь возьму одного персонажа, это Луфи. Так, сейчас надо сначала проверить настройки. Настройки правил. Я хочу один игрок. Время максимальное. Ну, время плевать. Главное, чтобы сложность была самая максимальная, да. А то просто на слабенькой сложности неинтересно. Итак. Так, плевать, кто против меня, а мне все равно. И окей, понеслась. У меня был долгий перерыв, там где-то 3 часа между Dead Elf 5, да, и One Piece Burmin Blood, но это произошло лишь по одной простой причине это произошло, поскольку, к большому сожалению, выяснилось, что у меня оказались дела, и мне пришлось ненадолго отойти, значит. Ну, в общем, в принципе, я думаю, никакого особого плохого или приятного настроения здесь не будет. Итак, поехали. Чушь какую-то несу. Окей. Блин, уже забыл, как тут играть. А, вот, все, вспомнил. Сейчас. Так, что-то я уже подзабыл, как управлять. Честно говоря, подзабыл. Так, наверное, все-таки на тренировку, что я что-то подзабыл, как тут что, давно не играл. Так, сейчас Луфи, да, Луфи против, сейчас. Так, Луфи против кого? Но плевать, кто сейчас. Пусть этот будет, я не знаю, олень или кто он. Олень, да? Ну ладно, пусть он будет. Так. Так, надо подпомнить управление. Здесь хорошо, игра на русском языке полностью русифицирована. Единственное, что озвучка не русская, но это не важно. Так, и... Так, сейчас настройки тренировки. Нормальная тренировка. Так, прыжок, защита, позиция. Так. Окей. Ха-ха, он остался этим олень. Ё-моё. Так, ладно. Сейчас надо вспоминать, что тут у нас да как. Потому что управление другое, в отличие от Dito Elif. Давно не играл, надо вспомнить, что да как. Так, окей. Сейчас. Блин, что-то... Сейчас.
Дроп. Вот что значит. Да что ж такое? Так, сейчас. Так, это получилось, ну почти. Так. Что-то. Так, вот сейчас получилось. Это. Надо вспомнить другие комбинации. Сейчас. Thank you.
Подожди, а там же счет что-то было, да? Блин, я тут все больше меня бесишь, и тут опять же блок на кружок. Опять переучивайся. Да ё-моё. Так, ну в принципе вроде бы вспомнил все. Так. А, подожди. По-моему, не получился он у меня. Либо сейчас. Yeah.
Во, вот сейчас получился. Да. Угу. Так, ну, в принципе, все. Единственное, что у меня по-прежнему почему-то ошибка в... В общем, ладно, люди подтянутся, надеюсь. То в тот раз люди были, в этот раз никого нет. Ладно, в общем, вспомнил, теперь можно уже и... Карт вообще катастрофически мало. Но я смотрю, тут двух карт не хватает, которые, возможно, откроются после прохождения игры самой.
Так. Блять, что за... Yeah.
Так, что-то прям... Так, ладно. You
Свидания. Oh!
Сейчас еще раз, в последний раз и меняем.
Не персонажа, я имею в виду, меняем карту и моих противников. Come on!
Так, ну теперь можно поменять. Я считаю, что вполне сойдет. Come on.